Сильные и активные, но ни в коем случае не престарелые. Так говорят о себе сами волонтеры. На пенсии их занимает не депрессия, а спорт, творчество и социальная помощь. Все как один утверждают, что хотят, а самое главное, могут быть полезными. Серебряное – это что-то от цвета волос уже все. Это вообще чудо какое-то. Люди энергичные, у них еще есть силы, инициатива, мастерство, опыт, профессии. Что ж, сидеть дома или семечки на скамеечке грызть? Нет, они активны. В Реутове более 30 серебряных волонтеров в возрасте от 55 и старше. Сегодня на форуме они принимали участие в мастер-классах и обменивались опытом добровольческой деятельности. Мы хотим поделиться наиболее удачными проектами, которые реализованы на территории, для того, чтобы можно было вот алгоритм их проведения еще распространить и на все наши муниципальные образования. Надежда Кустарева возглавляет творческую группу волонтеров в Серпухове. Ежемесячно они посещают детские дома и интернаты для пожилых людей, где дают уроки по изготовлению украшений и текстильных игрушек. Также они выходят на прогулки с инвалидами-колясочниками. Наше поколение, мы привыкли отзываться на любую беду в нашей стране и помогать. Лично у меня за спиной две комсомольские стройки, где я всегда была активистом. И выйдя на пенсию, я остаюсь им и не могу сидеть без дела. Поэтому я считаю, что нужно, пока есть силы, нужно помогать людям. Волонтеры серебряного возраста регулярно участвуют в различных фестивалях Подмосковья. На последнем даже рекорд Гиннесса по скандинавской ходьбе установили. Этим летом реутовские добровольцы старшего поколения готовятся как минимум еще к двум фестивалям – вокальному и танцевальному. Елизавета Черняева, Алексей Золотарев, телеканал «Реутов».